Я приехал сюда и отдыхаю каждый год уже 30 лет подряд. И считаю, что Ялта – это самое лучшее место для отдыха. Ну, море рядом, классно ходить на море. Климат, природа. Ну, в этом году фестиваль же здесь был. Я бы не сказал, что здесь ничего особенного нет. Тяжело. Классный отдых. Нужно просто добавлять зимой и говорить, что погода в Ялте, а не в Симферополе. Такая-то, и все. И все сюда будут ехать. Довольно, довольно. Очень рада, что здесь побывала. А когда крутых ведешь там по Лубкинскому дворцу и начинает этот телефонный звонок в зале, в середине музейной тишины, себя чувствуешь, конечно, дико так это. Ну, вы должны знать, я снимаю здесь в Ялте уже который год. Что вы снимаете? Сейчас мы снимаем продолжение «Роксолана», «Роксолана 3».